Всем чики. Так. И сегодня я захожу, значит, смотрите, возле дома, твою мать, он исчез. Очень няшные покемоны появились в игре. Здесь был у меня покемончик, понимаете, вот, по-моему, вот с ушками такой. Кто знает, как его зовут, напишите обязательно. Но опять у меня божья коровка, и давайте мы посмотрим, сколько у нее комбат пауэр. Да ну ее нахуй! Надо другую взять! Другую. Кстати, я думал, что вот старых покемонов не будет, и они типа будут в раритете. И когда ведут трансфер, можно будет за большие деньги продавать раритетных покемонов. А нет, как были ротаты, так и остались пиджи на них. Поехали дальше. Смотри, кого я нашел. Похож на... Вы называете на меня, как будто я что-то принимаю. Посмотрите, как это вообще возможно было сделать. Как его зовут? Свинуп. Свинуп. Кстати, на английском свинья это... Порк? Пик. А здесь свин, то есть здесь русский, мне кажется. А русские гены немножечко замешаны. Дали мне второй день страйка, 1500. Вот он у нас. А и вообще его эволюционировать еще можно. Да, его можно эволюционировать, 50 кн свет. Но задача мне... Кстати, напишите в комментариях, как вы считаете, кто самый сильный покемон. Ну, конечно, я-то знаю, кто самый сильный покемон, но может вы не знаете, поэтому напишите. Стоило мне отрыгнуть, как появилось 4. 4 свинану. Свинану? Свинонуб. А, свинуб, не свинонуб. Мы сейчас их поймаем, а потом, может, проэволюционируем. Но я не буду показывать, как я их ловлю, это, по-моему, очень увлекательно. Я вам потом покажу сейчас, как из Иви сделать черного Иви. Блять! Ну, блять! Смотрите, какая тачка. Ебать, ну а. А мы идем покупать в пидорский вейп пидорскую жидкость. Итак, я вам сейчас покажу, как сделать из Иви такую черную Иви. Пишем, значит, здесь, вот сюда заходите, и вот вместо Иви, да, пишем Black Dildo. Вот, Dildo, это обязательно. И дальше смотрите. Конфет мало, потом покажу. Было больше конфет. Подстав. Ну все. Главное, пишите, короче, Black Dildo, и появится у вас черный Иви. Я тебя его выбрасываю. Пока я ебашил прогонщики, смотрите, сколько здесь этих свинобу. Может быть, сегодня мы сделаем, знаете что? Мы сделаем эволюцию и посмотрим, как он выглядит во второй форме. Лично я не знаю. Нет, это по-дебильному сейчас было, таким акцентом, дебильным. Я не знаю. Смотрите, чуваки, у меня тут еще один покемончик. И вот сейчас мы его, опачки, пытаемся поймать. Ловим. Итак, что с ним? Гоча! Олени ебаный, блядь! Смотрите здесь, как американцы сходят с ума. Какие у них офигенные тачки, старинные. Они берут и эксплуатируют. Вау! Нас интересно, на запорожцах катается. Кто видел последний раз запорожец, напишите в комментариях. Смотрите, какой тут. I lead block and Pokemon channel. Смотрите, какие тут вейп-шоп, American вейп-шоп. Здесь можете посидеть, посмотреть всякие штучки. Смотрите, ребята, уровень. Это для джоинта все. Просто выбрать колоссальный вейп. А, это, блядь. Это травку, короче, он расколышивает.
бошку кидаешь туда, так. Не курите, ребята, это плохо. Смотрите, кто стоит на вышечке моей домашней. И, ребята, скоро будет возвращение Русика. И я буду крушить новых покемонов. Пока.